18 мая в Алматы стартует прием заявок по льготной программе жилищного кредитования «Алматы Жастары». Участвовать в ней могут горожане до 35 лет, которые трудятся в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и не только. При этом стаж официальной работы в мегаполисе должен быть не меньше полугода. В этом году максимальная сумма займа составит 18 миллионов тенге. Стоимость жилья может превышать этой суммы. Просто банк вам предоставит до 18 миллионов тенге. Сумма может быть стоить и 25 миллионов тенге вашего жилья. То есть вы сами будете добавлять остаточную стоимость. Ограничения и деления по категориям мы пока не делали. Поясню сразу почему. Потому что мы сделаем это после того, как полностью получим заявки от той или иной профессии. К слову, приоритет участникам из резервного списка прошлого года не дается. Они будут участвовать на равных правах, отметили специалисты. Претенденты получают направление, то есть будут подведены итоги и будут основной список и резервный список. В первую очередь будут приглашены основной список. По основному списку клиенту предоставляется 15 рабочих дней для того, чтобы подтвердить свою платежеспособность. После подтверждения платежеспособности, после получения положительного решения от банка, клиенту предоставляется 45 календарных дней для поиска жилья. Жилье можно будет приобрести в черте города Алматы, как на первичном, так и на вторичном рынке.